отеля Миномарк рядом, стенка в стенку. Отель Ле Паша. Ну такой заходишь, темный, запах неприятный. Понятно, что воняет тут. Мне тут вроде как бы типа это бар. Гробница фараона была. Первое впечатление не нравится. Не нравится. Пол ужасный. По территории ничего такая. В общем, им надо сделать другой холл, так чтобы это не нагоняло у меня. Как в гробу, цвета гробов. А еще группа, да, инфогруппа смотрит. А это первая линия, нет? Знаете? Да, туриков нету. Отель Ле Паша, туристов вообще нет. По ценнику он не дешевый, что-то там 800, по-моему. Первая линия, ну такой себе, какое-то заброшенное ощущение. Барчик на пляже. Там в Украине. Ой, а пляж красивый. Улыбающая. Видите, здесь в Хургаде не стоят эти защитные штуки, как у нас в Макаде. Потому что ветра нет. Если в Макаде такой ветер, здесь в самой Хургаде вообще сейчас ветра не чувствуется. Смотрите, какая водичка красивая. Холодный песчаный заход. Такой себе. Не поняла я этого отеля. Ле Паша отель. Стремная какая-то ванна. В египетском стиле. Узенький балкон, как в фараоне. А
счет того, что нет туристов, но мне кажется, очень грустно здесь. Такая компактная территория с невнятным вот этим бирюзовым цветом.